По информации Национального антитеррористического комитета, один из убитых под Хасавюртом боевиков опознан как Марат Идрисов, 82-го года рождения, главарь так называемой хасавюртовской бандгруппы. В январе 2013 года он перешел на нелегальное положение и присоединился к преступной группе, действующей в том районе, а затем возглавил ее. С ноября 2013 года находился в федеральном розыске. По данным НАК, Идрисов был одним из организаторов теракта в Пятигорске, совершенного 27 декабря прошлого года. Тогда в результате подрыва самодельной бомбы, заложенной в автомашину у здания ГИБДД, трое человек погибли и трое получили ранения. В настоящее время активная фаза спецоперации в селе Карланьюрт завершена. Строение и прилегающая местность обследуются специалистами, взрывотехниками ФСБ России. Напомню, всего в ходе спецоперации было ликвидировано четверо боевиков. Трое бойцов спецподразделений погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.